Хей, всем привет! С вами, как всегда, Туброс. И сегодня мы рассмотрим скрипт под названием Arizona RP Teleport. Итак, сам скрипт имеет красиво оформленное меню. Давайте посмотрим, что же там находится. Введем команду ATP. Так, мы видим пункты, куда можно телепортироваться. Это важные места, больницы, или можно телепортироваться по метке. Итак, для начала давайте телепортируемся в мэрию. Выбираем мэрию. Вот как вы видите, без всяких там подзагрузочек мы телепортировались в назначенное место. Так, давайте еще куда-нибудь тпшнемся. Ну, к примеру, посмотрим центр занятости. Центр занятости, так. Вот, как вы видите, все исправно работает. Итак, давайте куда-нибудь тпшнемся еще. К примеру, давайте-ка посетим больницу Лос-Сантоса. Все работает, все отлично. Итак, остался последний пункт. Телепорт по метке. Давайте поставим метку. Меточку. Так, куда бы поставить? Ну, пусть будет. Ну, короче, давайте-ка вот сюда. Так, вводим АТП. Графа остальные. Категория метка. Вот, как вы видите, мы тпшнулись в указанное место. Итак, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Скачать скрипт вы можете по ссылочке в описании.